Сейчас мы с вами поэкспериментируем с разными цветовыми сочетаниями при декоре плитки. Крашу фон первой плитки акриловой краской Metallic цвет оливковый. Краска Evans Pimerans M26. Оливковый цвет очень хорошо гармонирует с красными оттенками. Поэтому я беру свой любимый цвет, красное золото, и как следует его встряхнув, наношу на плитку. Естественно, после того, как плитка уже высохла. Как вы видите, одного этого оттенка вполне достаточно, чтобы получить очень красивый сияющий декор. Для второй плитки я приготовила ярко-зеленую акриловую краску. Вы можете взять краску любого производителя, у меня Plate. Окрашиваем плитку кисточкой. Излишки краски убираем губкой. Воспользуемся краской Pini зеленого оттенка. Подбираем цвет в тон. Еще возьмем очень красивый оттенок Topaz. В линейке красок Evans Pini сейчас 4 зеленых оттенка. Папоротник, зеленое яблоко, киви и появился новый теплый оттенок груша. Здесь можно взять абсолютно любой. Я взяла грушу. Как обычно, как следует, перемешиваем краску и накапываем с помощью удобного носика на плитку. Кисточкой распределяем краску и сразу же, не дожидаясь высыхания, добавляем туда топаз. Добавляем свободно, достаточно хаотично, где-то добавляя больше цвета, где-то меньше. После высыхания у нас получился вот такой результат. Следующую плитку окрашиваем в теплый бежевый цвет. Здесь мы будем заливать только рисунок, не окрашивая фон. Заливаем часть рисунка цветом бронза. Оставшуюся часть орнамента покрасим любым оттенком красного и бирюзой. Возьмем любой серый оттенок и покрасим им нашу плиточку. Синих оттенков цветовой палитры Evans Pini достаточно много. Я взяла королевский синий. Разбавим ярко-синего легким пастельным оттенком, например, ментом, цианом или ледяным. Фон для следующей плитки – это акриловая краска серо-голубого цвета. Пини подбираем в тон цвета фона, это мент. Распределяем по всей поверхности плитки и, не дожидаясь высыхания, вводим цвет карамели. Окрасив плитку белой акриловой краской, приступаем к окрашиванию деталей сиреневым или фиолетовыми оттенками. Даже несмотря на то, что эти цвета считаются очень яркими и агрессивными, в итоге получается очень нежный декор. Одним из достоинств таких плиточек и красок Pini является их многофункциональность. Также, если вам, например, не понравился конечный результат, вы можете перекрашивать поверхность в другой цвет и продолжать дальше экспериментировать, чем мы с вами сейчас и займемся. Две плиточки перекрасим в серо-голубой цвет. Еще две плитки мы покрасим в терракотовый цвет. И еще две плитки покрасим в цвет M04 Mint краски Evans Pimerans. Для серо-голубых плиток я подобрала три оттенка Pini. Для фона Mint. Для заливки орнамента новый теплый оттенок нежная сирень, а также карамель. Вот именно здесь, в этом случае, стараемся, чтобы цвета не смешивались. Рисунок должен получиться выразительным. Вот, кстати, именно это сочетание цветов очень нежное и красивое. Мне очень нравится. Подбирая похожие оттенки, можно сделать сумасшедшее красивое зеркало из таких плиточек.
Следующий декор немного другой в технике исполнения. Наши терракотовые плиточки мы будем красить немного по-другому. Берем цвет платина и носиком наносим краску не в ячейке орнамента, а там, где у нас фон. Можно даже не пользоваться кистью, а распределить все с помощью носика флакона. Для другой плиточки я взяла цвет карамель. Делаем все то же самое, то есть наносим цвет с помощью носика на фон. Бронзу заливаем в серединку. Так как ячейки достаточно маленькие, то здесь удобнее воспользоваться кисточкой. Красное золото заливаю в среднюю часть другой плитки, стараясь не попасть краской на рисунок, так как краска не сотрется. Но даже если попаду куда не надо, это не страшно, так как можно сверху акрилом подкрасить аккуратно. Оставляем наши плиточки сохнуть. Для оставшихся двух плиток, окрашенных в цвет минт, я подобрала несколько ярких, где-то даже темных оттенков. Сначала мы используем античную бронзу. Также наносим ее на фон. Затем возьмем орхидею и также с помощью носика закрасим фоновую часть. А также цветом орхидеи закрасим еще и несколько элементов. А вот эту плитку мы покрасим цветом какао. После того, как плитка высохнет, ее можно покрыть водным лаком. Декором из таких плиток вы можете украсить все что угодно, начиная от панно, заканчивая зеркалами и подносами. Все представленные материалы вы можете приобрести в интернет-магазине Handmade Decor. На сайте yansari.ru вы можете получить более подробную информацию о красках Evans Pini. Приятного вам творчества!